мое восприятие этого мира очень забавно, даже на мой взгляд. Вот, например, захожу утром в метро, сажусь, как ни странно, сажусь. Народу тьма. Вот мои однокурсники подтвердят, что народу просто... Тут заходит какой-то интересный мужчина. Выглядит как бездомный. У него все тертое какое-то, все мятое, много мешков, много бутылок, такой весь навешанный, шапка какая-то странная. Одно его отличает от бездомного. От него пахнет одеколоном. И вот я стала думать, как вообще это может объединяться. И мне сразу на ум пришла песня Григория Донского. Я старый бродяга, стильбом, налей музыкантам рома. Есть у меня красивый дом, просто меня нет дома. Ты думаешь, старый пришел, дурак, и просит налей рома. Думаешь, у таких бродяг нет и не будет дома. Я молод был, шел на войну. Налейте солдату рома. Я ранен был и был в плену. Вдали от родного дома. Я жив, потому что сбежал от врага. Налейте, коллеги, рома. Ты спросишь, где моя нога? Она не дошла до дома. Вино мой закон, моя псалты. На небесах у меня есть дом.